В Южноуральском государственном университете прошла экстренная эвакуация сотрудников и студентов. Поводом к этому стало задымление в восточном крыле главного корпуса. Пожарная тревога прозвучала, но сначала подумал, что это как обычно, то есть она там по 6-7 раз уже за этот год была. Вот, пошли медленно к пожарному выходу, собрались. Ну, как медленно, спокойным шагом пошли к пожарному выходу, начали спускаться по пожарному, по пожарной лестнице, получается. Спускаемся, дыма больше, еще на этаж дыма больше. И на первом этаже я спускаюсь и понимаю, что все вокруг меня в дыму. Прям везде дым около эвакуационного выхода. Все вообще в дыму. И после этого побежали наверх. На третий, по-моему, этаж или на второй? На втором, да, и выше уже через вот этот вот восточный обычный выход. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, паники среди сотрудников и студентов не было. Эвакуация людей проходила четко и слаженно, а группа спасателей прибыла на место возгорания в считанные минуты. Как позже прокомментировала пресс-служба МЧС, причиной задымления стало замыкание электродвигателя вентиляции в цокольном этаже. Мы эвакуировались все по правилам. Как только услышали пожарную тревогу, выполняли установленный план действий при чрезвычайных ситуациях. Мы пытались найти убежище, но не получилось, и мы решили выйти через пожарный вход, через пожарный, без всяких препятствий. Причем пожарный вход, который именно по нашему плану для нас предназначен, чтобы толпы не создавать. На самом деле, благодаря регулярным пожарным учениям, мы подготовлены к любой практически стрессовой экстренной ситуации. После тщательной проверки здания группы МЧС все занятия возобновились, и работа продолжалась в штатном режиме.